Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на странице 47 выполним задание под номером 4. Мама Сережи и Нади предлагает вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте их знаком «плюс». В годы Первой мировой войны город на Неве получил название Петродворец, Петергоф, Петроград. В годы Первой мировой войны город Петербург стал называться Петроградом. Отмечаем верный ответ – Петроград. Правительство России после Февральской революции называлось Переходное, Временное, Революционное. После Февральской революции правительство России стало называться Временным правительством. Отмечаем правильный ответ. После падения царской власти стали создаваться органы управления, куда входили представители рабочих, крестьян и солдат. Они назывались клубы, собрания, советы. Седьмого ноября по новому календарю, который был введен позднее, Петроград перешел в руки большевиков. У власти оказался Совет народных комиссаров, правительство большевиков во главе с Лениным. Итак, органы управления стали называться Советы. Правительство России после Октябрьской революции называлось Комиссия по составлению законов, Совет народных комиссаров, Комитет министров. Правительство стало называться Совет народных комиссаров. Отметим правильный ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.